Продолжаем. Вот игра называется Стрикс. Стрикс. Не без обелиска, без этого поправляем микрофон. Без обелиска. Извиняюсь, это не культура, но вырвалось. Французский мне не нужен, английский. Вот, Астерикса. Мы здесь играем с Астерикса и игра. И ничем не отличается от той игры, почти что ничем. От первой, один один. Почти что ничем не отличается, только акт первый сразу начинается. И начинается он в лесу, когда Астерикс идет на кабанов. Вот, мы можем ездить на них, кстати, теперь. Да, он не такой толстый, кстати. И для него есть такая штука, как зелье, сил. Если мы его добудем, то он станет быстрее и сильнее. Ну, как в фильмах, короче. Вот оно там лежал, котел зелья. Но я его как-то не захотел. Потому что я мало любил. Воу, воу, не падай. Я здесь не был, просто я всегда понизил. Серп и молот, как говорится. Серп и молот. Давай. Вот. Я упал. Куда теперь подать? Нет, не сюда, пшить. Я думал, что там будет очень больно и очень больно. Ой, очень больно и очень больно. Ладно. О, денежка. Низ. Нет. Нет. Все. А чё? Я. Мне пок. А нет. Все правильно. Ваши ночи двое выцелать. Как прям как видео. Ой. Давай. Раз монетка, два монетка, три монетка. 6 монетка, 7 монетка, 8 монетка, полчара, да. Все равно вас не люблю. Все равно вас не люблю. Опс. Да блин, не люблю я так, когда нельзя прыгнуть просто так, полностью придавить. А паучков это так можно, я понимаю, людей там. Но паучки, ты что это такое? Это мелкое существо какое-то, которое можно спокойно душой задавить. Ёжик, я понимаю, почему не. Ёжик это ёжик. А жичка это жичка. Так, проходим еще ниже. Просто можно задержать клавишу. Бить и все. Ой, я на начало. Вау! Потом это вот. Вот прыгнуть. Здесь прыгнуть. Здесь. Я не так. Ладно, вы поняли, давайте. Так, она ничем не отличается, так что здесь ничего я так не буду пока сильно. Давайте продолжим.